Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Первая научная критика Ежи Сармата». Смотрим первые 4 минуты. Нам только первые 4 минуты заказали, к сожалению. Видео с канала Бориса Морозова. Здравствуйте, товарищи. Борис Морозов. Борис Морозов косплеит маэстро. Снова на связи. И недавно, просматривая свои старые ролики, я решил уделить особое внимание ролику... Господи, там Томик Евтушенко. Ужас какой. ...с критикой Ежи Сармата. И это был кринж. Не такой, как у некоторых все же, но кринж. В связи с этим я решил сделать еще один ролик, не такой кринжовый, как предыдущий, где, опять же, анализирую некоторые... Да, по-моему, предыдущий ролик был заебись вообще, хороший ролик. Новые тезисы Ежи с огромным количеством информации, статистики и прочего подобного. А также иногда исправляю свои ошибки. Давайте начинать. Да, и заставка подходящая. Ну вот видите, хотя бы кто-то серьезно отнесся к моим тезисам и решил их раскритиковать. Спасибо Борису уже хотя бы за намерение. Бля, кстати, где-то я видел эту заставку, что-то знакомое. Чтобы, ну, все-таки какой-то процент сельского пролетариата оставался, который бы производил все необходимое. Но, правда, это, в общем-то, в итоге эти планы советской власти провалились, и поэтому уже при Сталине пришлось закупать зерно в США и в Канаде, потому что уже, в общем-то, то, что производилось внутри страны, не в состоянии было покрыть даже внутренние потребности внутреннего рынка, несмотря на то, что сельское хозяйство Российской империи до революции, оно, значит, не только полностью покрывало все внутренние потребности, но и, собственно, Российская империя была одним из лидеров по экспорту сельхозпродукции. В общем-то, Черчилль на эту тему иронизировал потом очень много, что я думал, что я умру от старости, но когда я узнал, что огромная крестьянская страна, которая полмира кормила хлебом, начала закупать зерно, я понял, что я умру от смеха. Да, но обычно левые, они пытаются контрить, ну, те, кто не владеют, в общем, отчастью и данными по этой теме, они пытаются контрить этот тезис тем, что типа, почему Советский Союз вынужден был закупать зерно? Типа, ну как, это закупалось фуражное зерно, которое шло, значит, на корм скоту, потому что, типа, росло животноводство, и нужно было много-много фуражного зерна. В чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что вопрос, почему советское сельское хозяйство не в состоянии было обеспечить растущие потребности советского же животноводства в фуражном зерне. Это первое. Второе. Фуражное зерно, которое закупалось на Западе, оно шло не на корм скоту. Ну, если вы скотом, как бы скотами называете советских граждан, то есть, да, в вашей статистике, тогда да, все окей. Потому что проблема в том, что это зерно, оно закупалось, значит, для того, чтобы пойти на изготовление хлеба для советских граждан. На эту тему в совке было очень много анекдотов всяких веселых. Например, анекдот про то, значит, почему при Хрущеве начали добавлять горох в хлеб. Для того, чтобы войти в коммунизм с треском. Вот. Так что тут, в общем-то, проблемы, да. То есть, что, типа, если в Канаде и в США закупалось фуражное зерно для животных, то вопрос, почему советское сельское хозяйство не в состоянии было это все обеспечить. Да, то есть, почему, имея самую там суперэффективную в мире систему, значит, сельского хозяйства, основанную там на самом прогрессивном в мире колхозном строе, почему пришлось золотом оплачивать труд американских и канадских фермеров. То есть какой в этом смысл? То есть если бы это золото отдали бы, значит, русским крестьянам, они бы вас просто хлебом завалили. Так что это вот как раз следствие этого процесса. Можете, пожалуйста, уважаемый Ежи, дать пруф по поводу закупок зерна в СССР при Сталине? Это не проблема, да, окей, хорошо. Ну и в принципе я думаю, что если этот ролик вышел какое-то время назад, то может быть даже Борису уже пруфов накидали. Но если не накидали, я могу сам подключиться, это вообще не проблема. В Советском Союзе постоянно росла урожайность, постоянно росло производство... На бумаге. По факту нет. По факту то, чем закончилось сельское хозяйство в...
там, в России, не только в России, то есть в других регионах, которые в Советский Союз входили, это можно посмотреть как раз на том, к какому итогу пришло сельское хозяйство к 91 году. Поэтому по поводу роста урожайности, это называется чудеса советской статистики. То есть этот рост урожайности, он происходил только на бумаге. Агросельскохозяйственной продукции. Действительно, зерно закупалось за рубежом в определенный период. Но преимущественно закупалось в том числе и фуражное зерно. А, ну то есть оно все-таки закупалось, да? Ну то есть как бы Борис сам нашел пруфы. Окей, хорошо. Которое было необходимо для корма скотины ввиду развития животноводства. К слову, например, учитывая, что сейчас, когда в России после развала СССР... Просто дело в том, что при позднем Хрущеве в Советском Союзе с помпой они презентовали, значит, такую идею о том, что типа «Ура, наконец-то мы вышли на уровень сельского хозяйства 1913 года! Победа!» То есть вот уже и человека в космос запустили, и сельское хозяйство у нас как в 1913 году. Посмотрите, насколько эффективен колхозный строй. Я сейчас не шучу, кстати, потому что вся советская пресса об этом писала. Про это, в частности, в одном из роликов Веллер вспоминает. Он как раз тогда был молодым человеком, комсомольцем. То есть Советский Союз как система, он был настолько эффективен экономически, что в конце 60-х они достигли уровня 1913 года. Это колоссальный успех. На эту тему, кстати, был еще один прекрасный советский анекдот про то, как, значит, старую актрису принимают в партию и задают ей вопрос, что как вы вообще себе представляете коммунизм? Она говорит, ну коммунизм это когда вот в магазинах будет много мяса, масло, молока, значит, много будет красивой одежды продаваться, все это можно будет покупать, не будет километровых очередей, границы будут открыты, можно будет куда-нибудь за границу съездить отдохнуть. В общем, коммунизм, ну, в общем, это будет как при царе. Вот такой советский анекдот, да, в тему. Животноводство очень сильно сократилось и поголовье скотины. Внутреннее потребление упало, потому что нет животных, которых нужно кормить. Ну, я бы не стал называть советских граждан животными, конечно. Вот. А по поводу поголовья, да, там ведь, собственно, внутреннее поголовье, оно сократилось в какой-то момент. Почему? Потому что у Хрущева возникла гениальная идея о том, что нужно, значит, обогнать по темпам мясозаготовок Соединенные Штаты Америки, чтобы вот в статистике американцев превзойти. В итоге в какой-то момент они всю скотину, значит, зарезали, а в следующем году пришлось опять-таки буренок закупать за границей. Поэтому Советский Союз, он закупал не только зерно, но и, в общем-то, эту самую скотину пресловутую ее тоже за границей закупали. Потому что плановое хозяйство, оно намного эффективнее, чем какой-то там рынок. Какой-то хаос рыночных отношений. Возмутительно. И в итоге у нас высвободились дополнительные ресурсы для экспорта зерна. Это к высказываниям наших властей и некоторых правых о том, что мы сейчас являемся крупнейшим поставщиком зерна на мировой рынок. Это скорее показатель того, что рыночек не порешал. И вообще, почему стоит хвалиться чем-то, что вы... У Бориса очень странная интерпретация фактов, о которых он говорит. Потому что по факты повествуют, по вас... Как бы факты говорят об одном, но Борис... интерпретирует все то, о чем он говорит, каким-то совершенно странным образом. А когда Борис расскажет, что СССР в 80-х тратил 2% на ввод новых пахотных земель, причем 2% не бюджета, а ВВП, блядь, потому что колхозники просто уничтожали и засаливали землю, и она приходила в негодность. Ну, слушай, ты клевещешь опять на социализм. Я считаю, что это все, конечно, ложь, клевета и буржуазная пропаганда. Понимаешь, в чем дело? Плановое хозяйство, которое основано на государственной монополии на торговлю хлебом, когда труд сельского пролетариата оплачивается как бы трудоднями, это намного эффективнее, чем хаос рыночных отношений, при которых у тебя... Значит, какая-то конкуренция существует на внутреннем и внешнем рынке. Понимаешь, как бы частная собственность на средства производства и так далее, и так далее. То есть это несопоставимо, несопоставимо. Плановая экономика намного лучше. Ты просто нихуя не понимаешь. Вы вывозите какие-то там не станки, вертолеты, компьютеры, наукоемкую продукцию. А вы вывозите просто сырье. То есть что-то с довольно низкой добавленной стоимостью.
Ну, проблема в том, что этот тезис Бориса можно использовать как критику советской экономики, потому что советская экономика, она как бы тоже была основана не на том, чтобы там компьютеры продавать во все страны мира. Как-то вот с производством компьютеров не сложилось. А продавали как раз лес, газ, металлы, нефть, уголь. Так что тут, в общем-то, Борис, он даже сам не понимает, что именно он критикует. К тому же, все еще очень сильно зависит от урожаев, от колебаний мировых цен на продовольствие и так далее. Я бы не считал это примером. У Советского Союза, безусловно, были проблемы, связанные с сельским... Ну, как бы вы бы не считали это примером, а кто-то считает. ...ким хозяйством. Это оценочное суждение. ...связанные с производительностью труда и всем остальным. Но это явно не были проблемы в связи с тем, что СССР закупал зерно, а закупал... Нет, это были очень серьезные проблемы, потому что приходилось деньги из золотовалютного запаса тратить на то, чтобы... покупать зерно в Канаде и в США. Это серьезная проблема. Это действительно парадокс, на который указал Черчилль. Огромная крестьянская страна, которая полмира хлебом кормила, она вынуждена закупать зерно в Америке. То есть, ну, это действительно, это у любого человека это вызывало гомерический хохот просто, типа, насколько эффективно советское сельское хозяйство, что они огромную крестьянскую страну с огромными пахотными землями превратили в страну, которая вынуждена импортировать зерно. Это просто, ну, это цирк. Пал у него потому, что внутреннее потребление росло слишком быстро. Конечно, это было нелинейным процессом, так как уровень потребления в 30-е годы упал по сравнению с НЭПом. Но это, собственно, очевидно, особенно в первой половине по понятным причинам. Сейчас вы видите у себя источник. Мы видим, как уровень потребления таких вещей, как мясо и рыба, молочные продукты... Это не источник, потому что здесь нету... Не описи, ну то есть здесь нету номера того, откуда это документ, из какого архива и так далее. Ну я в PDF-файле могу такой же источник состряпать и любые рандомные цифры туда вставить, это не источник. Продукты заметно просел, даже по сравнению с дореволюционным периодом. И собственно даже в советских книжках, первых, которые в 60-е начали выпускаться по истории индустриализации, об этом писалось. Только с поправкой на то, что... Я бы не доверял советским книгам по истории индустриализации. Но опять-таки это оценочное суждение против другого оценочного суждения. Знательные советские рабочие на... Все, досмотрели до 4-й минуты. Опять-таки, если интересно, закажите по 10-кратной дальше. Может быть, там что-то интересное будет, кстати. Но я не уверен. С другой стороны. Но здесь, с другой стороны, в плюс Борису что надо поставить, что нужно отметить. То есть он хотя бы серьезно отнесся вообще к, значит, каким-то тезисам, которые звучали на стриме, и решил сам в них разобраться, найти какие-то пруфы. То есть тут хотя бы попытка какой-то серьезной критики. В основном люди даже этим не занимаются. Так что тут Борису на самом деле большой плюс.